целях безопасности дорожного движения муниципальное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» проводит очистку дворовых территорий от снега и наката. На эти цели из муниципального бюджета была выделена сумма в размере 120 тысяч рублей. Контракт на содержание подъездов к дворовым территориям выиграл индивидуальный предприниматель Игорь Попов, который и выполняет на данный момент положенные обязательства. На данный момент производится очистка подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов номер 57, 59, 61 по улице Первомайская. Также подъезда к дворовым территориям многоквартирных домов номер 20, номер 22, номер 24 по улице Терешковой. Помимо этой территории будут очищаться еще 4 подъезда к дворовым территориям. Это на станции, на Лесной и в районе поселка Ключи. Кроме того, что подъезды будут очищаться, они также будут у нас содержаться до конца зимы, то есть до 15 апреля. Сергей Чесноков также отметил и трудности, с которыми пришлось столкнуться рабочим. Предварительно, перед тем, как нам начать проводить работы, мы дали объявление в бегущую строку и на Артемовское телевидение, чтобы водители транспортных средств, личного транспорта, убрали транспорт с проезжей части. Но на сегодняшний день мы видим, что 2-3 машины все-таки оставлены на проезжей части. И они будут, и, соответственно, помехой для прохождения снегоуборочной техники. В связи с этим Сергей Чесноков обратился к жителям названных выше территорий. На будущее просим водителей и владельцев своих транспортных средств, личного транспорта, не оставлять транспорт на проезжей части дорог. То есть это касается очистки, это касается и очистки дворовой территории от снега и наката. И это влияет на безопасность дорожного движения. То есть проезжая часть у нас получается заужена из-за оставленного личного транспорта.